фундамент. Вот здесь может быть написано. Вот бетон. Это 100 миллиметров. Да. А вот да, почитаем. Тут все написано. Арматура верхняя. Вот еще один я нашел, его не было там. Стойка ограждения. Детки, давайте это капюшоны натягивайте. Это ага. Это Мадейн Кучер. Да мы просто друзья. Будет цеплять. Да? Да, общий. Я буду вот в этот проезд. Ну, любые, да, и бурмеханику говорите, ага. Все. Я хочу сказать, что все это меня привело, моя такая жизнь шахтерская, ну, где 44 года в шахте проработал. Все во всяких сложных условиях. Значит, были очень большие трудности, много смертей видел. Ну, такие, они можно вот сказать, одинаковые. Такие случаи, один где один, просто, как сказать, только мог мне дать жизнь Бог. И я ему за это очень
значит, благодарен. Я очень благодарен, поэтому я решил в связи с возрастом сделать уважение к этой религии, значит, к Богу. И решили мы поставить совместно со своими друзьями, поставить, значит, поклонный крест. Поклонный крест, который нам даст всем здоровье, успеха в труде, нашим детям здоровье, благосостояние. И прожить нам долгие годы. Сейчас оживляем все болты, а потом будем.
Смотрите, ребят, сделали доброе дело. Значит, ну а как по христианским обычаям, да, да, да. Это же не для кича все делается, а делается так от сердца, от души. Поэтому сделал доброе дело, и как это раньше в древности говорили, сделал доброе и кинь в реку. Как раз и река здесь есть. Вроде как не надо этим хвастаться, не надо это говорить. Это действительно для людей, это действительно крест, к которому надо преклоняться. Вот. Ну а мы все здесь православные, поэтому за спасибо Владимиру Сергеевичу. Есть инициативный человек, который... От него это все пошло. Ну а мы так маленько ему только помогали. Давайте за это дело. Спасибо.